Плесень повсюду, все стены черные. С такой проблемой в нашу редакцию обратились жители дома 2717 Нового Города. По их словам, в доме необходим ремонт. Краска и штукатурка в подъезде облупилась, кругом плесень. Жители надеются, что их дом попадет в программу и его обновят. На место выехала наша съемочная группа. До этого, когда батареи не меняли, у нас углы все черные были, вот эти, с двух сторон. И даже у нас на балконе воняет. А избавиться от черной плесени собственными силами Эльфира Саидгалиева не может. По словам жительницы дома 2717, проблеме не один год. За это время что только она не перепробовала. Но устранить последствия так и не смогла. Грибок так и продолжает расти. Вот как я переехала, переехали сюда, всю жизнь у нас плесень. И ванна, и зал, и кухня. Везде. Всегда это было и будет, наверное, мне кажется. Каждый день мою, и току нету никакой. И средства мыла уже купила. Бесполезно. Черная плесень появилась не только в квартирах челнинцев. Она также есть и в подъезде. По словам жителей дома, решить проблему можно только кардинальным способом – провести ремонт. К тому же стены и потолок обшарпаны, краска облупилась и осыпается. По словам жителей дома 2717, состояние подъезда оставляет желать лучшего. В квартирах появилась плесень, а на стенах – мох. Здесь мы стараемся пробегать очень быстро, там вообще заходить страшно. Почему? Ну, потому что все стены уже какие-то облупленные, грязные. Ну, вот даже поэтому видно. Ничего не убирается, ничего не чистится, ничего не подметается постоянно. Вот если такое я сама вылю, вот здесь вот уберу. Уборку порой проводят сами собственники квартир. А вот счета за жилищно-коммунальные услуги им исправно приходят. И за те услуги, которые они не получали от коммунальщиков, рассказывают местные жители. Подъезд в ужасном состоянии, сами же видите. Постоянно вонь, постоянно вот такой беспорядок. Один бедненький дворник, он не успевает, то есть. Поэтому вот такой. За ответом на вопросы жителей мы обратились в управляющую компанию «Челныстройремонт», в чьей ведомости находится дом 2717. Ремонт лестничных клеток на жилом доме 2717 запланирован титулом текущего ремонта и будет выполнен в 2025 году. Титулом капитального ремонта в 2025 году запланирован ремонт кровли. Работы по замене входных утепленных дверей уже начаты. Заменены на 4-м и 6-м подъезде. Замена входных дверей производится по очередности по наличию наименьшей задолженности жителей по жилищно-коммунальным услугам, добавили управляющие компании. Яна Вальдюк, Кирилл Хабзей, новости Набережные Челны.